Так, сегодня у нас уже людей побольше на окунание. 8 человек. Апреля 2024 года Ярополк, не изменяя своим традициям, приехал дружить с холодной водой. Сегодня в России, в мире отмечаются такие международные праздники, как День внезапного смеха, День бывших супругов. Но мы посвятим наше закаливание вчерашнему празднику, День мецената и благотворителя. Потому что благодаря таким людям наше спортивно-патриотическое движение под названием Ярополк идет вперед. Поехали! Всех с праздником День благотворительности и мецената. Наш клуб активно участвует и в благотворительности. Ну, мы тоже, да. Да, и помогает людям на СВО. Всем всего хорошего, чтобы у всех оставалось человечество. Вот это почет сделал. Молодец. Больше помогаем. Благотворительность — это добро. Делитесь, помогайте. Многие в этом нуждаются. Начиная с Сада Морозова, эти люди двигают нашу культуру, спортивные все клубы. Так что не переводитесь в меценаты, будьте всегда. Еще раз. Меценаты, не переводитесь, будьте всегда. А, вот, точно, вот, все, все. С головой раз. Сегодня день благотворительности и меценатства. Хочу пожелать, чтобы каждый человек находил все силы быть хоть немного благотворительным меценатом и находил благо для остальных людей. Твори добро на всей земле, твори добро, другим во благо. Ребят, с праздником, я первый раз